Прежний руководитель Владимир Поленников вышел на заслуженный отдых. Теперь главный страж дорожного порядка в нашем городе – это капитан полиции Юрий Федюхин. Ранее Юрий Витальевич отвечал за безопасность дорог в Красновишерске. Сегодня новый начальник поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Хотелось бы поздравить всех ветеранов, действующих сотрудников, тех, кто несет сейчас свою службу, выполняет свои служебные обязанности на посту, всех неравнодушных к безопасности дорожного движения.